успевайте. Продажи туров по России с кэшбэком завершатся досрочно в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма. Такое решение приняли на фоне повышенного спроса. Напомним, продажи в рамках весенне-летнего окна открыли 14 марта. Кэшбэком воспользовались 500 000 россиян. Будьте бдительны. В 2021 году в Прикамье выявили 23 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности. Из них 22 являлись черными кредиторами. Еще у одной компании обнаружены признаки финансовой пирамиды. В сравнении с 2020 годом число нелегальных участников финансового рынка в регионе выросло вдвое. Об этом сообщает Банк России. Пока бесплатно. В Прикамье до 2023 года отложили введение платы за посещение популярных природных достопримечательностей. Об этом сообщает краевое Минприроды. Предполагалось, что средства, полученные от платы за посещение, направят на охрану природных территорий и развитие туристической инфраструктуры. Клещи. Соликамск вошел в число территорий, где прогнозируется высокий риск заражения болезнями, передающимися при укусах клещей. Об этом сообщил краевой Роспотребнадзор. Отметим, в прошлом году региональные показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом превысили общефедеральные показатели почти в два раза. На образование. В ближайшие 3 года в нашем округе проведут ремонт 26 образовательных учреждений. Будут благоустроены территории 2 детских садов. Предстоит и капитальный ремонт школы номер 12. Работы планируется выполнить за счет участия в федеральной программе и за счет средств единой субсидии в 2024 году.